Друзья, доброе утро. Отличный солнечный денек в тихом и ароматном, красивом городе Сочи. Приехал с утра, 8:30 время, приехал с утра на свежепочищенный участок. Находится он в селе Прогресс. Вот я вам сейчас его показываю. Закончены по нему предварительные работы. Произведена расчистка. Вот я стою уже на расчищенном участке. Естественно, еще уберем ветки, мусор, дровишки и так далее. Покажу сейчас, как сделали дорогу. Вот. И посмотрю. Может быть, еще сделаю один пролет дрона. В принципе, я этот участок снимал, когда он был поросший. Вот. Было не так хорошо. А сейчас прямо прелесть. Вот, и увидите, собственно, как идет дорога и как расположен участки. Очень удобно здесь будет строить дома, потому что каждый дом будет не перекрываться видом из соседнего дома, потому что участки идут вот, будут идти вот так, тын-тын-тын, по порядочку. И, соответственно, вот такой отличный вид на горы, на всю Прогрессовскую долину. Так, ну вот, собственно, дорога, то есть я без проблем на машине заехал по этой дороге с асфальта. Асфальт вот у нас чуть-чуть пониже идет. Вот. Так что вот, друзья, все готово. Начинаем дальше межевание. Либо, если есть желающие, можете приобрести участок целиком. Тут у нас 28 соток. Все, смотрите сверху, как эта вся красота выглядит. И не забывайте звонить, подписываться на канал и, конечно же, ставить ваши замечательные лайки. Смотрите дальше.